Должность – это программа, которая дает возможность стать совладельцем, пайщиком, дольщиком и акционером глобального инвестиционного портфеля, который работает во всех сегментах и секторах инвестиционного рынка. Итак, это сектора и сегменты инвестиционного рынка, дорогие друзья. В этих направлениях, во всех этих направлениях, это все инвестиционные направления, которые могут давать достаточно высокую доходность. Если говорить об образовании, дорогие друзья, сегодня люди вкладывают деньги. Я вкратце поясню по каждому сектору, чтобы вы понимали, откуда здесь деньги и каким образом эти деньги будут распределяться. Давайте посмотрим. Сегодня есть, существует высшее образование, и когда люди, молодые ребята, хотят получить, не только молодые, хотят получить какой-то диплом, какую-то профессию, эти все люди идут куда? Естественно, высшее учебное заведение, платят деньги, заметьте, да? И потом они ищут работу. Да, есть гос, скажем, резерв такой, да, когда люди идут непосредственно работать в государственной компании. Но, к сожалению, огромное количество студентов, когда платят деньги, они остаются без работы или работают не по специальности, это 100%. Когда же мы с Академией частного инвестора, сегодня мы получили лицензию, сейчас мы готовим очень активный маркетинг по России, переводить будем все материалы на английский язык в первую очередь, потом итальянский, третий испанский. Это мы войдем сейчас практически во всех странах мира с инвестиционно-финансовым образованием, с образованием и подготовкой профессии менеджер многоуровневого краудинвестинга. Одна из профессий, ключевых профессий, которая нам необходима, это инвестиционный консультант. И еще одна из профессий очень важна, инвестиционный менеджер. Также мы кадры, которые мы будем подготавливать, это магистр по профессии менеджер многоуровневого краудинвестинга. И, скажем, еще ряд направлений, которые в Академию частного инвестора мы сможем взять благодаря тому, что люди, которые будут обучаться у нас, будут становиться еще бизнес-тренерами, коучами, они смогут выбрать направления, эти направления разные будем развивать. Но основные направления, я сказал, да, это менеджер многоуровневого краудинвестинга, раз, это инвестиционный консультант, два, это инвестиционный менеджер, три, это магистр по профессии менеджер многоуровневого краудинвестинга. И вот посмотрите, в чем интерес, и, ну, чтобы вы понимали. Представьте себе, вот представьте себе, что вы являетесь, ну, к примеру, дольщиком какого-то академии одной, да? И все люди, которые там учатся, вы получаете прибыль. Не только получает университет эту прибыль, да? Не только преподаватели, которые там работают, естественно, а прибыль же какая-то остается. И эта прибыль обычно ложится тем, кто организовал этот университет. В данном случае мы хотим разделить эту прибыль между всеми нашими держателями токенов. И образовательные центры, образовательное направление в Академии частного инвестора мы будем развивать. И наша цель, чтобы миллиард человек прошли хотя бы базовое обучение. А базовое обучение минимальное – это 8, не 8 правил частного инвестора, а 8 основных курсов частного инвестора при создании инвестиционных портфелей. Следующее – инвестиционный консультант, то есть инвестиционно консультированный. И инвестиционный менеджер. Значит, для чего нужен инвестиционный консультант? Он нужен для того, чтобы и в этом году мы хотим за год, максимум за два, 1000 инвест-консультантов обучить и принять их на работу. То есть обучим, может быть, и больше, но 1000, которых мы примем на работу, инвест-консультанты будут получать у нас $1000. И, соответственно, для того, чтобы люди обучились сначала этой профессии и обучились, мы делаем так называемые открытые курсы в Академии частного инвестора. И сегодня уже каждую среду, каждую субботу можно приходить и проходить бесплатные курсы по инвестированию. Кстати, завтра будет выступать человек, вести лекцию по криптонаправлению. Это человек, который, скажем, представитель компании, аудиторской компании, которая нас готовит, наш криптоинвестор на СТО, СТО. То есть сегодня вы узнаете, что это такое подробно, кто еще не знает, Security Token Offered. И мы попросили, чтобы, так как люди у нас не знают, что такое криптонаправление, что вообще, что такое ICO, что такое IPO, что такое блокчейн,
Завтра как раз он выступит с этими темами для того, чтобы ввести в курс дела простых людей, которые ну, ничего не понимают, по крайней мере, в этом хотя бы научиться. И это тоже одна из наших целей. Почему? Когда я открыл Академию частного инвестора в 2011, я ставил себе целью, это, знаете, вот такое, ликвидация финансового ликбеза. Потому что существует финансовый ликбез, то есть ликвидировать финансовую безграмотность путем образования по инвестированию. И нам удалось, вот лично мне, я считаю, что удалось, с командой Академии частного инвестора, огромное количество людей сегодня маломальски понимают, что такое инвестирование, что такое капитализация, каким образом деньги растут. А так как вышло новое направление, крипто-направление, я вам скажу, ребят, что 2-3, максимум 5 лет, огромное количество людей, наверное, будут вспоминать, что да, когда-то были деньги, бумажные деньги, не, они то и будут, бумажные деньги, металлические деньги, они останутся наверняка. Но люди в основном будут пользоваться криптовалютами и криптонаправлениями. Я в этом уверен, что многие государства, многие компании к этому подходят. Сегодня идет подготовительная работа большая в этом направлении. И до тех пор, пока не существует интернет, я вам скажу сразу, да, будет существовать и криптонаправление, и будет более того, оно более быстрое и скоростное будет развитие в этом направлении. Так вот, завтра как раз будет бесплатный вебинар, открытый вебинар, где Евгений проведет лекцию по криптонаправлению и ответит на все интересующие вас вопросы. Кстати, эта компания будет аудитором потом, потому что мы готовим и заявляем, они потом будут аудиторами проверять нас. То есть это независимая компания, которая будет, если мы отошли от правил и отошли от декларированных вещей, естественно, они будут заявлять, что вы знаете, эта компания ну, не выполняет своих обязательств, к примеру, или не, она не выполняет того, что она декларировала. Вот в таком плане. И вот посмотрите, один из важных моментов, который мы себе ставим, CryptoUnit будет давать, благодаря такому портфелю, очень высокий дивидендный доход. Ну и при этом CryptoUnit будет расти. За счет чего? Я сейчас дальше это скажу, но чтобы вы понимали, к образованию, я почему подхожу к образованию. Посмотрите, важный момент. Мы ставим перед собой цель, это чтобы еще 15%, 5-15% людей на планете, они образовывались. Потому что чем более высокообразованы будут люди в разных направлениях, не только в финансовом, а в разных направлениях, тем меньше будет вот всякой дуристики геополитической, которая сегодня происходит в мире. И так как часть средств мы будем отдавать на прибыль, дивидендный доход, а большую часть средств мы будем отдавать в развитие, скажем, программы криптоюнита, для того, чтобы приобретать еще больше активов. Соответственно, чем больше активов, тем больше доход. Чем больше доход, тем больше активов можно приобрести. А чем больше опять у тебя активов, тем больше доход. Да? То есть, как круговорот в природе, естественно, когда дождь идет, когда испарение, жарко, а потом идет дождь. Да? Точно так и же здесь. Чем больше у тебя активов, тем больше доход. Чем больше доход, тем больше можешь приобрести еще больше активов. И вот мы хотим сделать такую вещь интересную, что те люди, которые будут получать определенный дивидендный доход, это их дивидендный доход, но будут специальные бонусы стимулирующие. К примеру, если ты не стал квалифицированным инвестором, просто вот ты инвестор, который получаешь дивидендный доход, да? Значит, у тебя нет бонуса. Бонус за образование, что ты квалифицированный инвестор. Ты стал квалифицированным инвестором, ты получил дополнительный бонус к своему дивидендному доходу. Второй момент. Научиться предпринимательству, да, и так далее. Ты научился, скажем так, еще мастер-профи прошел, для того, чтобы стартовая школа такая предпринимательства, развитие предпринимательства, да? Оп, ты еще больше зарабатываешь, то есть твой бонус еще больше к твоему дивидендному доходу. И если каждый ты проходишь обучение, да, прошел обучение, есть сертификат, есть тест-вопросы, ответил на эти тест-вопросы, еще больше твой дивидендный доход. Да? И тогда получается, что чем больше будет людей в нашей системе, тем больше людей будет соответственно обучаться, а обучение будет платное, но оно будет гораздо ниже для членов системы нашей, да, чем люди, которые будут со стороны. Люди, которые захотят просто обучиться, будет одна цена. Ну, простой пример приведу. Да? Те люди, которые просто захотят обучиться инвестиционному консульту, не находясь в нашей системе, ну, просто хотят обучиться. И вот у нас было в академии такое, что с двух университетов мне присылали людей на обучение по инвестконсультанту. Потом люди обучались преподавать.
И я задал, когда узнал, что преподавал, говорю, зачем? Говорит, ну как, тема инвестирования растет, надо же в этом понимать, поэтому оплачивал именно университет за преподавателя, чтобы преподаватель потом обучал у себя, ну, на потоке. Я считаю, это правильно. Так вот, будет одна цена. Эта цена будет примерно от 3,5 до 5,5 тысяч евро. А если человек находится в нашей системе, если он прошел тест-вопросы, то для него будет очень большая скидка. Эта стоимость будет там максимум 1500 евро. Ну, то есть улавливаете, да, в 2-3 раза цена будет ниже, если человек находится в нашей системе и уже обучается у нас. Он прошел, знаете, как в советское время, если ты хотел поступить в институт, 8 месяцев были подготовительные курсы, они были абсолютно бесплатные. И подготавливают тебя к тому, чтобы ты сдал экзамен и ты поступил в институт. Вот мы примерно хотим вести такую систему. И вот новая экономическая эволюция мира, где мы за то, чтобы было бесплатное образование, мы уже к этому подходим. И базовые знания мы уже даем бесплатно для того, чтобы человек потом поступил. Но, естественно, за это нужно будет заплатить деньги. Так вот, когда у нас будет 1, 2, 10 миллионов человек, то каждое 20, ну, то есть 20%, каждый 5, 100% будет обучаться для того, чтобы больше зарабатывать. И, соответственно, будет прибыль от образования. И мы эту прибыль будем куда вкладывать? Естественно, в развитие и в прибыль криптоюнита. Это то, что связано с сектором образования. Сектор развития многоуровневого краудинвестинга. Ну, вы скажете, как здесь зарабатывать? Ну, так как есть компании, есть определенная прибыль, часть средств от своей прибыли мы тоже будем отдавать на дивидендный доход криптоюнита. Сектор долевого участия в бизнесах. То есть это быть дольщиками. Это один из секторов, который, ну, скажем, если образование, то 20-25% мы берем, да, из наших людей, которые будут в нашей системе. Сектор многоуровневого краудинвестинга — это 100% людей в нашей системе, да? Ну, не 100, а где-то 80%, 70% в нашей системе. Сектор долевого участия в бизнесе мы планируем, и с теми компаниями, которые сегодня хотят с нами запартнериться, наши требования следующие: 50 на 50, только 50 на 50. То есть вы управляете, мы не лезем в ваше управление, но мы ставим обязательно своего менеджера, который должен быть в курсе финансовых потоков, что делается в компании и так далее, и так далее. Ну, то есть, а это как раз инвестиционные менеджеры, которые должны быть при каждом приятии, куда мы хотим в дальнейшем вкладываться и часть средств вкладывать в такое развитие. Первое – это венчурные предприятия. Второе – это предприятия с высоким потенциалом роста. Ну, только вчера были предложения, сейчас мы изучаем. Очень интересные предложения. Да? То есть на вложенный капитал за год мы можем получить 1000%. Это реальный сектор бизнеса здесь, в России. Там очень интересные темы. Такие же интересные темы когда-то в Казахстане мне присылали, там связанные опять же с реальным сектором экономики. То есть это не фондовый, не финансовый рынок. Это реальный сектор. То есть просто когда ты работаешь в этом направлении, ты знаешь, на чем делаются деньги и как эти деньги можно капитализировать за очень короткий промежуток времени с минимальными при этом риском. Организация будет участие через ПИФы, через долевое участие в акционерных капиталах компаний, как вновь открывшихся компаний, так и компаний, которые работают. Например, компании работают, им нужно развиться, они могут, мы можем найти общие точки соприкосновения, так как наша база будет постоянно расти и увеличиваться, то есть таким образом появляется клиентская база и гарантированно люди могут расширяться. Ну, приведу вам простой пример. По российским меркам все знаете компанию «Магнит» и что случилось с нашим уважаемым миллиардом, что ВТБ банк у него, так как были взяты деньги у западных инвесторов, потом нужно было отдавать. Ну, там какая-то ситуация была непонятная, да. Ну, в общем, я считаю, что это классика отжимания бизнеса. И Галицкий. И Галицкий сказал, я сказал, давайте мы выведите меня, пожалуйста, на него, я хочу с ним поговорить. Ну, потому что, да, он был миллиардером, звезда, сегодня он, наверное, захочет общаться. Ну, и в любом случае, я ищу контакты. Может быть, он когда-то послушает вебинар, и мы с ним встретимся. Я вот тогда еще, когда узнал, что он взял западные деньги, понял, чем это пахнет. Понял одну важную вещь. Если бы Галицкий обратился к людям и деньги взял у россиян, он гарантированно бы развивался дальше, а россияне, которые были акционерами, они бы ходили в те магниты, в которые они инвестировали деньги. Понимаете, да? Во всем портфеле именно это направление будет занимать до 15%. Не считая вот транспортного направления, транспортное направление отдельно. Дальше, сектор развития здоровья и долголетия. Мы рассматриваем сегодня интересное, уже 2-3 года я собираю базу направлений, связанных с развитием долголетия, красоты.
Есть такие разработки, ребят, которые вот, ну, просто на голову, вот знаете, как Анатолий Дарьевич в свое время не продал технологии, не отдал кому-то, вот точно так есть технологии в здоровье, долголетии, особенно в омоложении. Ну, представьте себе, вот есть технологии, где вот вам 50 сегодня, ну или 60 лет, использовать технологии, через 10 лет вы будете выглядеть как на 30 лет. То есть ваша кожа будет гладкой, упругой, ну и так далее. Да? Такие технологии уже разрабатываются, они есть. Я вел переговоры в прошлом году, когда мы познакомились с людьми. Ну, говорят, вот случайности не случайно, мы познакомились на круизе, человек за столом сел, а он меня уже знает, говорит, вы Андрей Хаврат, я говорю, да. А тут, говорит, уже весь пароход, говорит, меня достал, говорит, что мне вас продали. Говорит, у меня к вам интересное предложение. И он мне рассказал об этом предложении, его родственник занимается в этом направлении уже почти 40 лет, сын продолжает, ну, очень хорошее направление, и чуть не продали это японцам. И я, когда японцы выяснили, что это такое, и поняли, что это такое, ну, то есть они оставили и говорят, мы бы хотели, вот они очень хотят, они знают о вас, именно чтобы народное инвестирование было именно в таком плане. Ну, сразу хочу сказать, да, инвестиции достаточно небольшие нужны, но капитализация при выходе фондовый рынок на IPO даст сумасшедший прирост. И это одно из направлений только. Направлений сектора развития здоровья и долголетия очень много. Дальше, сектор инновационно-транспортного развития SkyWay. Мы очень хотим и дальше финансировать SkyWay как корневую технологию. То есть мы сейчас ведем переговоры, и у нас одно из желаний нашего фонда, ну, как минимум сейчас ведем переговоры, там, 100-150 миллионов долларов для того, чтобы заплатить и закрыть вход в корневую технологию, дать именно таким способом, чтобы у нас было в фонде больше 2-3 миллиардов акций. Сегодня 350 миллионов где-то акций у нас, да, Игорь, сколько у нас? 350, чуть больше, 350 миллионов у нас в резервном фонде. Мы хотим поднять это до 2-3 миллиардов, может быть, до 5 миллиардов акций получится, чтобы фонд был владельцем. И плюс, конечно же, благодаря этой программе криптовалюта, мы через SWIX можем получить финансирование примерно 100 миллионов за 4-5 месяцев. Таким образом, компания сможет получить 200-250 миллионов и быстро реализовать программу скоростного SkyWay. А в дальнейшем это адресные проекты. Вот я не буду сейчас, кто будет на мастер-профи, я обычно в встречах показываю, что такое, дорогие друзья, адресные проекты, особенно инвестиционно привлекательные. Особенно. Вот я привожу на некоторых примерах таких небольших, которые там 100-150 миллионов стоят. Ну, вот есть проекты, я вам сразу хочу сказать, да, которые стоят 150 миллионов долларов. Небольшой, как бы, да, по SkyWay. Нам необходимо собрать народных денег максимум 20-25 миллионов на него. Остальные деньги мы возьмем через проектное финансирование. Уже есть предварительные договоры, мы вели еще 2,5 года назад эти переговоры. А 45% доли потом мы сможем продать после ввода эксплуатации через 3-5 лет определенным организациям, которые будут очень заинтересованы даже в 65% доли компании, если доходность будет хотя бы 2,5% в год. Хотя бы. А мы можем дать процентов в год доходность с, ну, помощью SkyWay, да? И получается, что мы сможем продать 45% доли компании, то есть 55% останется у нас, всех инвесторов, а 45% мы сможем продать минимум за миллиард, а то и полтора миллиарда долларов. Ну, сами посчитайте, 25 миллионов мы вложили, а получили чистыми миллиард или 5 миллиардов. Вот посчитайте, за 8 лет какая капитализация. Именно поэтому SkyWay очень интересное инвестиционно привлекательное направление. Очень, да, и поэтому на 20 лет в свое время я подписал контракт с Анатолием Дарьевичем Юницким, потому что я прекрасно понимаю, какие перспективы в этом направлении. И, конечно же, мы хотим в дальнейшем остаться партнерами, надежными партнерами для реализации уже адресных проектов SkyWay по всему миру. Ну, вот только сегодня, когда ехал в машине, вел переговоры с человеком, он говорит, ну, в Россию как тяжеловато, в Европу любую страну, да, вот, любую страну до миллиарда долларов мы сегодня в течение 3-4 месяцев вам обеспечим вот под ваши программы, то есть вот, тогда вели переговоры, сейчас уже вот будем встречаться на следующей неделе, конкретно уже разговаривать, но посмотреть, под какие европейские проекты мы сможем дать, да. Поэтому направление SkyWay это одно из, ну, не только, чтобы вы понимали, транспортное направление, это же и недвижимость. Вот чтобы вы понимали одну важную вещь, дорогие друзья, что такое SkyWay и почему я всем об этом говорю. И вот в нашем портфеле криптоюнита
именно в развитии SkyWay, особенно когда пойдут адресные проекты, мы планируем от 15-35% держать, иногда где-то 35%, но не менее 15% держать в портфеле именно в развитии адресных проектов SkyWay. И вот здесь один важный момент, дорогие друзья, чтобы вы понимали, что значит SkyWay. SkyWay — это действительно локомотив перехода в шестой технологический этап. И он станет SkyWay градообразующей транспортной артерией новых городов нового типа. Ну, вы это все знаете, вы знаете философию Анатолия Давыдовича, что он хочет сделать, для чего это все делается. И вот, дорогие друзья, самое ценное, чтобы вы понимали, самое ценное. Вот некоторые говорят, что нас, олигархи, там всякие люди, которые там при власти, нам не дадут это сделать. Дорогие друзья, вот, ну, чтобы выкинули даже бред и мысли из головы, и кто будет такое говорить, вот нужно говорить следующее вот этим людям, кто будет говорить. А вы послушайте внимательно. Я приведу простой пример. Ну, к примеру, вот Московская кольцевая, когда у нас здесь все уже железно срастется, бюджет Московской кольцевой SkyWay будет стоить 2,5, ну максимум 3 миллиарда долларов. Максимум. А инфраструктура, которая создастся потом, новые квадратные метры, офисные, жилые, производственные, это типы линейных городов, потом, чтобы построить это, примерно нужно будет бюджет 50-100 триллионов. И заработок людей в строительстве всего этого, это будет на уровне, ну, минимум, чтобы вы понимали, да, это 20-50 не миллионов, миллиардов. Вот 3 миллиарда проект стоит Московской кольцевой, а бюджет для инфраструктуры потом, для реализации инфраструктуры новых квадратных метров и так далее, да, ну, я просто на квадратные метры вам говорю, это от 50 там, до 100 миллиардов, триллионов миллиардов. И прибыль тех, кто будет заниматься этим всем, в течение 10-15 лет составит от 20 до 50 миллиардов долларов. Понимаете, да? То есть 3 миллиарда мы положили в ту систему, которая даст прибыли 20 или 50 миллиардов долларов. Как вы думаете, тот, кто создает такие условия для роста и таких доходов, вот что будет с таким человеком делать? Почему многим людям, вот я сейчас, мы привлекаем людей, я сделал такое объявление, берем замдиректора по реализации там в адресном проекте SkyWay, да, ну, большой такой маркетинг делаем, уже больше 1500 человек записались на встречу, здесь у нас в московском офисе проводят собеседование, и все удивляются, говорят, ну почему вы хотите, чтобы я работал у вас в адресном проекте, там, по реализации адресного проекта, а я должен у вас работать на уровне краудинвестинга. Я говорю, потому что если вы не можете вот сделать то, что он делается на уровне краудинвестинга, как вы будете делать потом, переговоры вести, вот вы говорите, там, сказки, вот кто-то пишет, да, а те люди, которые с нами сегодня общаются, те люди, которые прошли мастер-профи, у нас условие следующее. Ты должен стать инвестором, должен пройти мастер-профи, только тогда мы тебя, может быть, возьмем на работу, если ты нам еще покажешь результат по многоуровневому краудинвестингу. Это для тебя будет уже еще бонус за то, что ты выполняешь такую общественную нагрузку. Понятно, да? Дальше идем. Сектор, банковский сектор, фондовый рынок. Ну, то есть финансово-инвестиционно-банковский сектор и инвестиционно-фондовый рынок, и валютный рынок. Да? Вот здесь, дорогие друзья, самые интересные моменты. И те, кто будут опять в мастер-профи, я вам покажу. Но здесь я хочу сказать просто пример. Вот давайте считать. Берите калькулятор, чтобы вы понимали, что такое банковский, финансово-банковский сектор. Берите калькулятор, ручку, вот я сейчас тоже возьму. У меня вот тетрадка есть, я буду писать вместе с вами, да? Берите ручку, чтобы на языке цифр будем разговаривать. Давайте на языке цифр. Вот смотрите, давайте только предположим, ну, предположим, что вы каким-то образом, ну, получилось у вас, ну, вернемся в 90-е, либо сейчас, да, что, предположим, вы как-то смогли открыть обменный пункт валют. Любых валют, криптовалют, валют там и так далее, и так далее. Одной валюты на другую. Ну, простой пример, да? И давайте мы с вами считаем. Предположим, так как у нас идет на русскоговорящую аудиторию, давайте вот считать именно в рублях сейчас, да? Рубль с долларом, да? Так вот, давайте, смотрите, 65 тысяч рублей. Вы купили за 65 тысяч рублей. Человек приходит в обменный пункт, к примеру, ну, либо вы, к примеру, валюты снимаете, да? 1000 долларов принес, вы купили за 65 тысяч рублей. Понятно, да? Это одна операция. Вторая операция. Вы эти 1000 долларов
Тот, кто хочет купить, продали за 66,5. То есть это получилось 66 500 рублей. Вот у нас на начало дня было 65 тысяч рублей. Третья операция. 66,5 тысяч рублей мы делим на 65. Вот вы можете умножать 66 500 разделить 65. Это 1023 доллара. Четвертая операция. 1023 доллара вы умножаете на 66,5. Умножить на 66,5. Это 68,030. Пятая операция. 68,030 вы умножаете, делите на 65. Ну, потому что кто-то принес доллары, да? Разделить на 65. Это 1047 долларов. И шестая операция, наконец дня, чтобы лях остаться, да? 1047 долларов вы умножаете на 66,5. Вы их продали, умножить на 66,5. Итого 69 626. Отнимаем минус 65 тысяч. Это 4626 рублей. Разделить на 65 тысяч, умножить на 100. Так, еще раз. 4626 разделить на 65 тысяч. О, 7,11%. В день, дорогие друзья, в день. Умножьте на 30 дней, обменные пункты каждый день работают. Это 213% в месяц. Умножьте на 12 месяцев, это 2562% в год. Теперь вы понимаете, почему банки никогда не банкротятся фактически? У них только лицензии отбирают. Понимаете или нет, да? Поэтому мы намерены входить в финансово-банковскую систему, в том числе. Сегодня мы уже ведем переговоры, с нами некоторые банки сегодня готовы работать даже, предоставляя те, очень заинтересованы с тем предложением, которое им предлагаем. Фондовые рынки. Что такое фондовый рынок? Фондовый рынок, там есть два направления, Игорь Романенко уже 2 года работает на этим направлением. То есть первое, когда можно выйти на IPO и заработать на чистом спекулятиве. Да? Ну что такое чистый спекулятив? Здесь никто ничего не теряет, я считаю, это чистые деньги. То есть мы выходим на IPO, после IPO выходим из позиции, Романенко и Игорь с Антониной проходили специальное обучение по этому направлению, и за прошлый год дали для роста нашего портфеля, именно свига, достаточно высокую прибыль. И вот это первый один из моментов, когда до IPO можно выйти на войти в компанию, после IPO продать. Это такой спекулятив, но это чистые деньги. Вторая возможность – это вложиться в компании, получать дивиденды. К сожалению, кто слышал вот лекцию Игоря Романенко, к сожалению, огромное количество компаний в мире не платят дивиденды. То есть особенно те компании, которые хорошие, с хорошей доходностью. Ну вот, к примеру, компания Alibaba. Очень хорошая доходность, вы себе даже не представляете. Но они никогда и ни цента дивидендов не выплатили за все время работы. Amazon тоже не платит дивиденды. Почему Apple считается одной из легендарных и самых лучших компаний в мире? Потому что она платит дивиденды. Но дивиденды достаточно, ну, маленькие, ну хотя дивиденды есть, да, там на уровне 4,5% в год, 6,5%, то есть они поквартально платят дивиденды. А основные компании, которые хорошо платят дивиденды, вы знаете, вот как ни удивительно, это российские компании, российский фондовый рынок. Но, дорогие друзья, изучив и работая 21 год уже на инвестиционном рынке, я понял одну важную вещь. Это плохо. Получать дивиденды раз в 3 месяца или раз в год. Ну это очень плохо. Если мы берем у человека деньги, то нужно создать такую систему, чтобы человек получал каждый месяц. Чтобы он участвовал в акционерном капитале компании, а компания вела так правильно свои дела, чтобы она могла выплачивать каждый месяц. То есть да, есть какая-то часть, которая нужна в развитии компании, а какую-то часть можно же заплатить. Да в продуктовом бизнесе, в продуктовом бизнесе минимум 100% годового дохода можно зарабатывать. Минимум. Если не зарабатывает компания 100% годового дохода, значит там все воруют деньги. 100%. И вот здесь нам не обойтись без народного контроля. Поэтому мы хотим поднять высокий уровень образования у населения для того, чтобы они были народным контролером. Вы знаете, в свое время, в 70-х годах, в Советском Союзе все боялись народных контролеров.
А в 80-м, когда пришла мафия, так называемая коммунистическая, ментовская, да, так, когда менты с коммунистами, с этими первыми секретарями, как правильно сказать, ну, в общем, слюбились, да, и тогда всех строили, и да, и КГБ, тогда очень серьезная была ситуация, когда они, как, даже между КГБ и МВД была серьезная терка, да, там, потому что, ну, МВД просто тогда оборзело, да, но в 70-х годах очень боялись народных контролеров. Это были простые люди, они работали на своей работе, они немножко понимали во многих направлениях, чем кто-либо, и они засылались как народные контролеры, чтобы не воровали народные деньги. Если мы идем по пути развития НЭМИ сейчас, да, и я бы хотел, чтобы вы посмотрели, очень скиньте, пожалуйста, вот деревня Хуаси, кто еще не понимает, что такое вообще НЭМИ, да, то деревня Хуаси, вот прямой показатель развития новой экономической эволюции мира, только в отдельно взятом регионе Китая, да. Хотя есть примеры доказательства капиталистического развития НЭМИ, это исландский прецедент, есть такая статья, но там, кстати, вот все написано, там показывают, как народ власть взял в свои руки в Исландии. Там так называемая, можно, мирная революция прошла, эволюция такая, не революция, да, ну, мирная. Но никто, практически мало где указывается о том, что именно люди Исландии, граждане, прогрессировали свою собственную экономику. И сегодня люди в Исландии, простые граждане, имеют очень большие возможности в расширении и в развитии своей страны, потому что они участвуют еще и в прибыли, которую они вложили в свою собственную страну. Так вот, дорогие друзья, о чем я говорю, что фондовые рынки – это первое направление, это, естественно, выходить на IPO. Второе направление – вкладываться в компании, где будут дивиденды. Но, к сожалению, таких компаний очень мало, очень мало. И почему мы хотим входить в акционерные компании, в долевое участие в бизнесе, чтобы давать нашим инвесторам наилучшие возможности, которые можно получить в бизнесах. Потому что я работал в продуктах питания. Ребят, я из $700 в свое время, после там некоторого кризиса и некоторых ошибок, $700, по $700 с партнером инвестировали в развитие продуктового бизнеса в нашем городе. Через полтора года у нас было больше 200 тысяч в обороте. И мы, нас называли сахарными богами, да, но у нас все мы продавали там, все буквально. У нас склады продуктов питания было, все с нами хотели работать тогда. Из $1400 за полтора года, чтобы вы понимали, да. То есть это называется умение быстро оборачивать небольшие деньги для того, чтобы получить высокие такие проценты. Кстати, вот в России разрабатывается программа, вчера как раз встречались с человеком, разрабатывается программа эффективности финансового развития. Потому что есть неэффективное финансовое развитие. Что такое неэффективное финансовое развитие? Когда вкладывается огромное количество средств, а получается 0,1% годовых или 1% годовых. Ну, это вам на примере при работе с Китаем сегодня. Вы хотите работать с каким-то товаром. Значит, вы в Китае заказываете огромное, потому что это крупнопроизводительная оптовая страна, Китай. Вы хотите заказать какой-то товар. Вы должны купить огромное количество товара. Перевести его, там на складах Китай должен быть. Потом, ну, чтобы это выпустили, ты сразу загрузил на судно, судно пришло где-то в Россию, растаможилось, пришло к тебе на оптовый склад, а с оптового склада уже разошлось по мелкооптовому, потом уже в розницу, да? Таким образом, тебе нужно много денег на оптовый склад в России, на оптовый склад в Китае. Пока идет, скажем, лайнер, судно, пока не сидит, тоже 30 дней, это тоже запасы. Да? И если ты хочешь бесперебойно всех снабжать своим товаром, у тебя должно быть огромного запас товарный. И получается, что на вложенные деньги, которые ты вкладываешь, и почему ты берешь кредитные средства еще, да потому что тебе нужно в оборот увеличивать оборот, чтобы получать больше прибыли. А в чем уникальность и почему мы хотим вкладываться в развитие инфраструктуры Skyway? Потому что со Skyway, если с того же Китая, но по тонне или по 2 или по 5 тонн ты будешь заказывать, не надо много тебе иметь. У тебя быстро будет приходить, быстро расходиться туда, куда нужно. То есть с маленькими деньгами ты сможешь получать высокие проценты. Это примерно, как я вам показал сейчас на простом примере с валютой. Но еще на фондовом рынке существует спекулятивный рынок. Это связанный со спекуляцией именно по торговым знакам, по техническому анализу, на основе технического анализа и так далее. Это немножко не очень такие, ну, серые у нас деньги, потому что заработанные деньги на таком спекулятивном рынке, это примерно, вот ты хочешь заработать миллион, значит миллион человек должно потерять там, ну, по $10, по $5.
А если на валютном рынке, вот на таком Форекс, где валют, вот в основном вот эти валютные пары, то если ты хочешь там заработать миллион, значит миллион человек должен потерять по 10 миллионов. Поэтому в такие направления мы не будем вкладываться, скажу вам сразу, они нас меньше всего интересуют, потому что это не очень хорошие деньги, и зачастую эти деньги часто теряются, и трейдеры зачастую их продают. Почему мы хотим войти в банковский сектор, еще хочу сказать. Существует такая практика, вот только буквально сегодня, вчера разговариваю с человеком, там по, скажем, тому, чтобы они готовы нам дать деньги, но на чем они зарабатывают деньги, и чтобы вы понимали, это нормальная практика, которая неизвестна простым людям. Это известно только банковскому сектору. Что это за практика? Давайте я вам объясню. К примеру, давайте представим, что мы большой банковский сектор, все вместе, да? Ну или вообще, вот вы банковский сектор, большой, как финансовая группа мировая. У вас есть банк в Азии, в Японии, в Китае, у вас есть банк в России, в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Пример. И вы знаете, что в вашем банке, а у вас там не просто один банк, а еще филиалы банков, интернет-банк, может быть, да? И у вас заявка в Японии, что там нужно какое-то количество долларов, евро, не долларов, а евро, или рублей даже, да, там рубли, евро и так далее, долларов. И вот японская биржа закрылась в 18:00. Но японская закрылась, а российская-то работает. А мы знаем, что японцам рубли нужны. Что мы делаем? Мы сейчас скупаем рубли. Когда Япония завтра откроется, мы сделаем, как это называется, гэп, да? Мы сделаем гэп вверх и продадим. Это называется тоже спекуляция, но опять же здесь никто, как это ну, чистые деньги, это не грязные деньги. Ни у кого не забираются эти деньги, да? И это нормальная практика в банковском секторе, чтобы вы понимали. Именно поэтому там можно ну, просто деньги лопатой грести в этом направлении. И вот создав финансово-банковский сектор нового типа, вот кто будет потом войдет в закрытый клуб, мы с вами встретимся, я вам еще лекции по таким направлениям, именно какую финансово-банковскую систему мы хотим создать нового типа и почему она будет очень гиперуспешной, потому что сегодня огромное количество финансовых институтов, государственных институтов об этом уже говорят. Потому что банкиры, существующая сегодня финансовая политика в мире, они уже ну, просто всех задолбали, вы знаете, они не знают, что придумать, вот, ну, как мне кажется, знаете, мозги у них заплыли жиром после последних 30 лет спекулятива ужаснейшего, да, особенно связано с спекулятивом в сфере ипотечного кредитования, да, что они на новые вещи стратегически не понимают. Посмотрим дальше. Криптовалютные рынки, дорогие друзья. Криптовалютные рынки, они тоже очень перспективные, и есть вероятность того, что валютные, криптовалютные фондовые рынки скоро объединятся. Даже сегодня уже есть, я вот смотрел много ICO-шек, я, конечно, был удивлен, но просто, вы знаете, для меня так удивляло просто. Криптовалютная биржа просто никакая, только чисто для продажи криптовалюты 250 миллионов долларов собрали раньше, чем нужно было собрать. А толку какой от этой криптовалютной биржи? Никакого. Когда я начал изучать, что они дают возможность, я понял, что фактически они подготовили платформу для наших будущей работы. То есть они не знают, куда это применить, никто не понимает еще, как этим пользоваться. А я вижу, что мы примерно через 2-3 года будем пользоваться именно этой криптовалютной биржей. А если у них дела не очень хорошо будут идти, а у нас хорошо, мы их просто купим. Или они сами даже, у нас уже вот приходили люди здесь с московской, вот они все, знаете, разработчики все крипты, они сидят же у нас в Москва-Сити. Все такие товарищи, ну им положено просто по статусу там сидеть. Так вот, они говорят, купите нас. И за такие деньги смешные просто, да. Хотя мы считаем, что тоже это слишком много, то, что они хотят, просят. Поэтому мы говорим, ну, пока вы нам не нужны, ребят. Так вот, дорогие друзья, банковские, фондовые, валютные рынки и криптовалютные рынки скоро станут единой системой. И вот, мы подходим дальше. Это рынки в криптовалютном направлении, то, куда мы будем вкладываться, вы увидите, это криптоматы. Но это чуть позже. Страховой сектор, дорогие друзья. Страховой сектор достаточно большой сектор рынка везде, во всех странах мира. И я давно уже этот сектор изучаю, уже лет 15, мне он очень нравится. Одно из этих направлений, которое мы обязаны войти в этот рынок, потому что мы таким образом сможем страховать вклады своих инвесторов, которые вкладываются в криптоюнит.
и страховать еще от воровства, потому что создание токенов и создание потом выхода на биржу, не исключено, что будет много желающих. Вот сегодня, вы знаете, в криптонаправлении есть, ну, так называемый официальный рейдерский захват, да? Вот через криптосистемы официально, ну, вот это называется рейдерский захват криптовалюты. Вот сегодня есть такие вещи, да? Они очень исключительно умно сделаны. И мы изучаем эти вещи, чтобы этого не происходило. И поэтому страхование именно этого направления еще никто не предлагал, да, вот нового ничего в этом направлении. Поэтому мы не будем залазить в те сектора, которые сегодня, знаете, вот эти вот ребята, у которых мозг желе покрылся, они там сидят на своих рынках. Мы не будем входить в их рынки, пускай они там работают. Мы будем заходить в какие-то новые рынки, которые востребованы, но традиционные страховщики, они пока еще не соображают, что это такое, и каким образом там можно входить, и какие выгоды от этого получать. 11. Сектор недвижимости. Существует примерно 6 направлений. Как и в разных направлениях есть разные, скажем, свои ликвидности, свои доходности. И мы хотим взять все направления. И ну, мало кто понимает, да, как можно вложить 1,5 миллиона в недвижимость, а получить 40 миллионов за 4 года. Ну, посчитайте, какая капитализация. Мало кто понимает, как это делается. И это понимают только те люди, которые уже первое занимались, а второе образовывались. Кто, может быть, слышал, кто не слышал. В 2006 году я ездил, обучался именно по многоуровневому бизнесу в Соединенных Штатах Америки и обучался одновременно по инвестиционному недвижимости. И тогда в Соединенных Штатах давали такие очень интересные программы, которые я просто прозревал. И когда я приехал, начал эти программы запускать у нас, конечно же, но потом наступил кризис, мы были, скажем так, зависели от американского доллара, и эти программы мы не смогли использовать, потому что мы были привязаны, жестко привязаны к, ну скажем, существующей финансовой системе, особенно к курсовой разнице. С введением криптовалюты там будет немножко другая ситуация с недвижимостью, где мы сможем привязаться не к железноамериканскому там доллару или евро, или к национальной валюте, а именно к системе криптоюнита. И привязавшись к системе криптоюнита, для нас безопасность очень будет высокая в развитии сектора недвижимости. Но, как я и говорил, при строительстве Skyway будут строиться инфраструктуры, а в этих инфраструктурах, в башнях, в жилых домах, жилых производственных будут квадратные метры. И вот одно из направлений, которое, где мы сможем участвовать, может быть, в этих направлениях, чтобы инвестировать именно в недвижимость, которая будет сопровождаться потом при строительстве Skyway. Сектор инновационного развития – это вот мало кто понимает, что когда ты создаешь такие как инкубаторы, ну грубо говоря, научные инкубаторы, одну из главных задач, вот я ставлю, везде, где у нас будут уже филиалы от Академии частного инвестора, я хочу, чтобы у нас были так называемые юные техники. Когда в советское время я был маленьким, мне было 9 лет, я с 9 лет ходил, у нас рядом был юный техник, двухэтажное здание, я проходил все кружки. И авиамодельный, судомодельный, фотография, кино, кройки, не, на шитье не ходил, там что-то еще ходил. В общем, там 10 кружков было, я на все эти 10 кружков ходил. И чтобы бесплатное было обучение для таких детей, людей, посредством того, что мы будем оплачивать зарплаты людям. И плюс создание таких вот инкубаторов, бизнес-инкубаторов, инновационных инкубаторов. И здесь, чтобы вы понимали, ну, очень интересная вещь. На примере Силиконовой долины вам скажу, да, вот те люди, которые имеют инкубаторы, ну, какой-то разработчик заработал денег, да, купил себе дом, а там дорогущее жилье, чтобы вы понимали, говорит другому там какому-то гению, грамотному программисту или еще кому-то, да, говорит, давай живи у меня, но подписываем контракт, все, что ты придумаешь, я буду получать 10-20% или там 10-15%, ну, в зависимости от контракта. И все, что он придумал в этом инкубаторе, в доме, да, это все потом, если выходит на рынок, то этот, кто владелец инкубатора, скажем так, он, почему называется инкубатор, получает достаточно хорошие проценты. Это из направлений, которые мы тоже хотим внедрить. Естественно, все держатели токенов, они будут пропорционально прибылям, которые мы будем получать, и владеть вот и технологиями, которые будут в инновационном развитии, и в прибыли, когда будут финансовые прибыли, они будут разделяться. Далее, сектор развития сельского хозяйства и фермерства. Это одно из направлений, которое вот Анатолия Дальше Юницкого есть очень серьезная программа развития сельского хозяйства. Я бы, скажу честно, хотел участвовать в этом развитии сельского хозяйства, связанное с гумусом, связанное с новой технологией сельского хозяйства.
Ну, это вот сектора, которые мы будем потом обсуждать уже в закрытом клубе, чтобы вы понимали. Но приведу простой пример. На таких направлениях, как подсолнечник, пшеница, молоководство, да, то есть фермы, где будут, ну, скажем, коровы. Вот я знаю многие такие направления. И, к сожалению, опять же, в этом направлении вот кормят и коров, и свиней на выращивание для мяса, да, и вот кто, может быть, скажем, с таких вот фермерских, не фермерских хозяйств, а с таких вот, когда бизнесмены вкладываются, они там кормят специальными добавками свиней, чтобы те за 3 месяца вырастали до 1000 килограмм, коров кормят специальными добавками, чтобы они молоко быстрее давали. Да, и это, естественно, все влияет на наше здоровье. Мы же, когда будем рассматривать вложение в такое направление, чтобы это всегда было и давало только, ну, скажем, здоровье людям. И еще одно из направлений, вот когда мы в системе кооперации обучались, познакомились с одним человеком, который селекционеры, еще советские селекционеры в Питере, большая база, они хотят зайти в Крым, и мы сейчас ведем переговоры, чтобы запустить их в Крым. Почему? Потому что сегодня в селекционном направлении в мире одна из стран, которая лидирует, это Голландия, дорогие друзья. И вот Голландия специально разработала такие зерновые, так сказать, да, или, ну, другие, вот картофель, допустим, зерновые, где ты посадил, оно выросло, но если ты себе пшеничку оставил, или рожь, или картошечку, ну, чтобы посадить потом, чтобы оно выросло, оно уже расти не будет. Более того, ну, это для бизнеса сделано, но второй момент, более того, там потом вводятся всякие неприятные, интересные моменты, которые, ну, влияют на здоровье и развитие человека, особенно на детородные функции людей. Это уже доказано во многих направлениях. Да? Поэтому наша задача, если и вкладываться в это направление, чтобы это было, первое, для здоровья человека, для долголетия и для того, чтобы это было адаптировано с теми направлениями, которые когда-то были у нас в Советском Союзе. Более правильно, я считаю. Четвертое. Сектор предпринимательского кооперативно-социального развития. Смотрите, сектор предпринимательского кооперативного развития сегодня вообще на нуле. А чтобы вы понимали, предприниматели всегда являются основой любого большого бизнеса. Если нет предпринимателей, большой бизнес рано или поздно просто умрет. И, к сожалению, то, что мы видим сегодня повсеместно в наших странах делается, вот я вспоминаю, в Болгарии когда-то, в 2001 приезжал, в 2002, там настолько предпринимательское направление было развито, которое сегодня просто убилось. Вот просто, его практически не существует. Да? Везде заезжают вот эти, знаете, вот я не помню, в каком-то городе, мне говорят: Андрей, ну как? Я говорю: ну, в каком-то торговом центре большом. Молы называется в арабском таком сленге, да, там и в американском сленге, молы. А я говорю: ну как везде, одни и те же бренды, одни и те же продукты питания, помидоры никакие, огурцы никакие, ребрышки не копченые, жареные, приходишь, они по запаху нормальные, а кушаешь, как полиэтилен кушаешь, да? То есть везде одно и то же. И поэтому нужно развивать предпринимательское направление, создавать базу для того, чтобы был бизнес и достаточно распевался. А это предпринимательское и кооперативное движение в первую очередь должно подниматься. А социальное развитие, дорогие друзья, вы знаете, что я являюсь одним из почетных членов Ассоциации генералов мира за мир. Я намерен очень активно и дальше развивать это направление, помогать этому общественному движению, потому что я считаю, что Skyway мы сможем построить по всему миру, и особенно потом вывести вредные производства за орбиту Земли, только тогда, когда на всем мире будет мир. Если не будет мира, то, ну, думать о том, что выйдет там все, что мы хотим сделать со Skyway, сделаем, ну, я думаю, вряд ли. Поэтому я хотел и хочу поддерживать это направление и дальше, и мы будем в социальном развитии именно вести в этом направлении. А эта ассоциация делает большущую работу сегодня для установления мира во всем мире. Дальше, сектор науки. Это тоже один из секторов, связанный с инновационным развитием, который может дать очень хорошие прибыли, вложения в людей, связанных с наукой. Сектор культуры. Многие, ну, быть не понимают. Создание фильма может принести примерно, ну, до 1000% годового дохода.
Да, есть проигрышные фильмы, которые не дадут ничего. Но если работать с правильным режиссером, с правильными продюсерами, то можно заработать минимум 200-1000%, то есть от 200 до 1000% годового дохода. Плюс повлиять, вот посмотрите, я когда-то, знаете, у меня есть Иви, я не люблю с рекламами, бесплатные фильмы давно не смотрю, я плачу за фильм. Но вот там в Москву приезжаю иногда, если время есть, хочу фильм посмотреть. Открываю каталог, дорогие друзья. И меня это просто раздражает. Из 100% фильмов, 85% фильмов это про войну, это про грабеж, это про убийство, это про захват планеты, это даже, посмотрите, эти Человек-паук, эти спасатели и, там, и так далее, и так далее. Разруха, разбивают, ломают. И всего лишь 5% более-менее достойных фильмов. Так вот, вкладываясь в культуру, мы сможем создавать определенную направление в культуре, а это очень важно. Вы знаете, если мы хотим прийти к абсолютно новому развитию общества и к ней, новую экономическую эволюцию мира, одна из задач вкладываться в культуру, и даже где-то, может быть, в культуре это будет, ну, вот, для нас минусом, скажем так, но это даст плюс, почему мы получим более здоровое общество с более грамотным, осознанным способом мышления. Далее, сектор драгоценных, полудрагоценных металлов, дорогие друзья. Это вообще направление очень интересное. Когда в Москве выступал, говорил, однажды у меня по молодости, еще был молодым предпринимателем, у нас был Ваня его звали. Ну, он форцовщик местный тогда был, ну, а потом я понял, что он еврейской национальности, а потом предпринимателем он стал. И я обучался у него неком... таким предпринимательскому искусству, он такой нежадный был на это дело, всегда подсказывал, как делать, да, и вот он говорил когда-то, говорит, куда лучше вкладываться, когда есть свободные деньги, он говорит, если тебе когда-нибудь, вообще в золото, но если тебе когда-нибудь удастся вкладываться в золотодобывающие компании, это вообще, вот считай, что тебе в жизни очень сильно повезло. Это одно из направлений, которое вот сегодня сплошь и рядом у нас много предложений есть. Но чтобы понимали, драгоценные металлы и полудрагоценные. Почему драгоценные и полудрагоценные? Драгоценное золото, полудрагоценное это медь, знаете, да? Но там, где золото, там и медь, а там, где медь, там и золото. Поэтому это два в одном. Сначала ты добываешь золото, а потом еще медь там же оттуда берешь, да? И чтобы вы понимали, в золотодобывающем бизнесе унция золота сегодня там $1200 стоит. Но фактически даже если есть 2-2,5 грамма на тонну, то тонна золота обходится, ну, примерно $500-600. То есть это фактически 100% доходности, да? А если это будет 5-6 грамм на тонну, то, соответственно, это $150-200 тонна. Не тонна, а унция. Извините, не тонна, унция. $1200 унция. Поэтому, дорогие друзья, вопрос заключается в том, что правильно вкладываясь в эти направления, можно иметь достаточно перспективное, но самое еще главное, чтобы вы понимали, золото всегда является мерилом инфляции. И почему многие страны сегодня, и Россия, и Турция, и Китай, они работают над тем, чтобы покупать больше и больше золота. Потому что когда у тебя много золота, что бы ни случилось, какой-то кризисный, критический момент, то у тебя есть высокая степень ликвидности. Высокая степень, потому что, ну, как говорится, знаете, есть пословица, золото, оно и в Африке золото, да? Точно так же с драгоценными и полудрагоценными камнями, это тоже одно из направлений, которое немногие понимают, откуда там день, почему-то многие думают, что ювелирное направление только и так далее, но те задумки, которые вот есть у меня, и там мне немного процентов нужно будет вкладывать от общего капитала в эти направления, но мало того, что это гарантия защищенности средств, а еще... ну, скажем, в мире большого финансового бизнеса драгоценные камни играют очень большую роль. 19-й сектор космического развития неракетного освоения космоса, дорогие друзья, это направление, которое тоже является очень инвестиционно привлекательным. И когда компания SkyWay в лице Анатолия Черницкого он создаст этот проект, я вам скажу, что я один из первых, который пойду, вот как один из первых я поддерживал SkyWay, точно так я буду поддерживать это направление, потому что это, да, оно не будет таким быстрым, потому что вы видите сейчас, какие планы я прописал, я знаю немножко планы Анатолия Черницкого и хотел бы, чтобы мы помогли
смогли очень сильно реализовать такие планы. И сектор благотворительности. Сектор благотворительности по финансам, он может быть не дает денег, но на энергетическом плане он при энергии, при круговороте денег дает очень большие показатели. Поэтому одна из главных задач — это, естественно, развивать направление благотворительности и помогать огромному количеству, ну, скажем, детей, особенно детей, да, и огромное количество, может быть, территорий, где существует, ну, скажем, социальное такое классовое неравенство, скажем так, и так далее, помогать этим людям для того, чтобы, может быть, не так деньгами, как, знаете, добрым словом, как говорится.